А может, убьем кого-нибудь? Почему бы и нет? Только вот кого? Неужели придется Павла? Нет, нет, ни в коем случае. Это исключено. Павел уходит в монастырь. Духовное перерождение, сами понимаете. Тогда Игоря. Он такой противный. Его-то за что? Да за все сразу. Достал уже просто. И кто же ты у нас такой смелый? Кто его преступнет? Рок. Судьба. Ну и немного подкручены тормоза. Ночью ему должен кто-то позвонить. Может, жена? Лучше любовница. Нет. Близкий друг. Игорь сядет в свою машину и помчится по ночной обледенелой дороге навстречу судьбе. Выезжая на встречную полосу. И, как обычно, презирая правила дорожного движения. А тормоза-то не впишется в поворот. Разобьется насмерть. Точно. Насмерть, значит. А это ничего, что на нем один должок висит? Какой должок? Он что, должен кому-то? Да, Елене. Ой, да ну это ваша Елена. Толкнув ее с балкона, и дело с концом. Ты забыл, кто она? Молодая, перспективная девушка. Все ее любят, прости господи. И нам за ее убийство самим шею свернут. Так что дальше думайте, товарищи, дальше. А как насчет Григория? Хлопнем? Сейчас! У него же ипотека! Не может быть. Где? В банке, Аркаша, в банке. Я Колобашкина обещала весь сезон снимать. А вы его хотите в 8-й серии грохнуть? Фигу вам не выйдет! Я занят, позже. А Людмила Петровна, как же мы про нее забыли? Старухе много не надо. Подменим ей таблетки и думать не о чем. Она ведь их горстями ест. Никакая скорая не успеет доехать. Ой, ну зачем? Ну как же? Внучка Женечка ютится в коммуналке. В ее жизни появляется Владимир. Но молодым нужно где-то жить. А бессердечная старуха живет одна в трехкомнатной квартире и не хочет помочь бедной девочке. Не дрогнувшими руками, вот этими вот пальцами, унизанными бриллиантами, она рвет завещание и тем самым подписывает себе смертный приговор. Так, стоп, стоп, стоп. После бурной ссоры с внучкой Людмиле Петровне становится плохо. Она принимает таблетки, не зная, что Женя их подменила. Состояние ухудшается. Домработница вызывает скорую. Врачи едут по обледенелой дороге. Домработница встречает их у дверей. Еще не все потеряно. Врачи достают этот! Дефибриллятор! Да! Разряд! Еще! Еще! Пульс! Нет пульса! Мы ее теряем! Передайте Жене, что она не моя. Хорошо! Марточка, что? Собачку. Жалко. С кем же теперь ее Микки останется? So hush, little baby, don't you cry. Что в переводе означает? Не разводи сырость, девка. Это жизнь.
Аркаша, вынимай. Постойте. А куда пойдет Эдуард за деньгами, чтобы выкупить фирму? Он же должен был соблазнить Людмилу Петровну, продать бриллианты, доставшиеся ей от прадедушки графа, и вероломно бросить. Где? Где? Подонок! Кто я? Да Господь с тобой, Эдуард этот ваш тоже еще. Да, дорогая. Нет, не звонили. Понятия не имею. Я занят, братвай. Теща сына взяла погулять и пропали куда-то. Я, конечно, не сторонник подобных решений, но если нам больше ничего не остается... Счастливая молодая мать Вероника не знает, что ее муж Григорий должен Эдуарду крупную сумму денег. Она выходит на прогулку со своим новорожденным сыном Ванечкой. И вот когда она склоняется над коляской, чтобы надеть ему на голову чепчик. Чепчик, Ванечки, надеть, значит. Ну-ну. Она слышит визг тормозов. Из черной машины без номерных знаков выскакивают бандиты. Нанятый Эдуардом. Отталкивают Веронику, так падает! На обледенелую дорогу! Точно! Потеряет сознание. Они хватают мальчишку и утешают. И тут Эдуард звонит Григорию. Твой сын у нас. И если ты хочешь вернуть его живым, готовь $1,000,000. И чтобы без фокуса! Браво! Нет, ну каков подонок, а? А где Григорий деньги возьмет? Чисто из любопытства спрашиваю. Займет у Павла. Это у того, который в монастырь ушел, да? Почку продаст. А в почках камни, то бишь бриллианты, которые Людмиле Петровне достались от графа. В конце концов, ему не обязательно доставать эти деньги. Пусть в полицию обратится. Или убьет кого-нибудь. Уймись уже, кровожадная ты наша. Значит так, записывай, Аркадий. Григорий обращается к своему старому другу, майору Короткову, несмотря на протесты жены. Вероника боится, что Коротков догадается. На самом деле, Ванечка его сын. По вам бразильские сериалы плачут, Раиса Дмитриевна. По мне многие плачут, Кирилл. Далее. Майор оказывается продажным оборотнем в погонах. Он и не подозревает, что его давняя интрижка с женой друга имела такие последствия. Он звонит Эдуарду и выдает все намерения Григория. Эдуард в бешенстве. Он посылает несчастному отцу
последнее предупреждение. И требует уже 2 миллиона долларов за жизнь сына. $2 миллиона мелкими купюрами. Чемодан с деньгами спрятать в зоопарке. Под клеткой винторогого козла. А лучше голохвостого опоссума. Да, точно, опоссума. Иначе всем хана. Конечно. $2 миллиона найти куда проще, чем один. И что же предпримет Григорий? Да ну вас, Кирилл. Сами придумали ребенка украсть, сами и выпутывайтесь. Ну что еще? Ну я же работаю. Да она, как всегда, телефон, наверное, не слышит свой. Но не могли же они далеко уйти. Посмотри в соседнем дворе. Все, давай, не отвлекай меня. А может так? Ребеночка крадут. Не бандиты. Ребеночка крадут. Цыгане. Жестокий. Но благородный в душе цыганский ворот Шандор много лет назад потерял сына. Боль его не стихла за долгие годы. И как ни старался он заглушить ее, не смог. Тогда его верные слуги идут на отчаянный шаг. Они крадут Ванечку. И Шандор делает его наследником всей цыганской империи. Тоже мне, Кальман. Красивые, страстные цыгане. Инопланетяне. Что? Я говорю, вы еще инопланетян сюда приплетите. Кстати, раз уж на то пошло, похищение инопланетянами – это свежо. Я вот тут с Петей недавно общался, так он уже начал осваивать новые просторы. Столкновение человечества и инопланетного разума. Где-то здесь, в районе Бирюлёва. Первый контакт человека и гуманоида как символ грядущей катастрофы. А? На секретной базе идет разработка смертоносного оружия, которое способно стереть с лица Земли всех, включая Людмилу Петровну, Эдуарда, всех землян. Вот вам драматическая ситуация, вот вам конфликт, вот освоение новых космических просторов. Нам бы Петины возможности. Мы бы и просторы, и бюджет освоили, без драматизма и всяческих конфликтов. Дальше. А вот у нас еще ни разу, ну правда, ни разу никто не грабил банк. Это, я считаю, даже упущение какое-то. Деньги ведь всем нужны. Эдуарду, Григорию, Владимиру. А банк – это то место, где деньги есть. В общем, делаем так. Надеваем на голову чулки. Черные такие, но только не кружевные. В руках у каждого по обрезу. У нас на все про все ровно 1.5 минуты. Это ограбление. Всем лечь на пол, руки за голову. Не двигаться. Я тут сейчас всех порешу! Ну как?
Вперед за работу! Да. Алло! Алло! Слышно? Алло. Ага, значит так. В смысле? Как это спрятал? Ну, дай ему трубку. Степа, сынок, скажи, малыш, куда ты бабушку спрятал? Почему не скажешь? Что? Какой самокат? С тебя шоколадки хватит. Говори, паршивец, куда бабку дел? Ну, я тебе покажу. Алло! Сколько раз говорил, не подпускайте ребенка к телевизору. Все она со своей мамашей, а? Совсем пацана распустили. А я вот телевизор вообще не смотрю. Нет, ну там иногда такое показывают. А у меня и телевизора-то нет. В обстановку не вписывается как-то. А у вас, Аркадий, есть такой предмет мебели? Как вы относитесь к телевидению? Да, я смотрю. Смотрю иногда там. Про культуру, оперу, даже балет. Да. Ага. Так вот откуда цыганским товаром запахло. У конкурентов, значит, идеи тырите, да? Планируется ограбление банка. В руках... Банка, говорю! В руках у них будут обрезы, а на мордах чулки. Вот так вот. Ладно, я пойду. Пора разобраться с этим шантажистом. Представляешь? Чулки! Видела! Чулки, Зина! Чулки! Дилетанты! Сама-то как? Готова? Ну, давай! На выход! Мам, да сними ты уже этот скотч, наконец! Новостям. Двое налетчиков ворвались в бистро и вынесли 50 килограммов пельменей. Шеф-повар рассказал, что в момент ограбления денег в кассе уже не было, выручку инкассировали. Поэтому налетчики взяли то, что было – замороженные пельмени. Перепугав двух сотрудниц, они побросали добычу в сумки и скрылись. Неизвестные были в маске Бэтмена, говорится в сообщении. Пап! 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 Чего тебе? Пап, а купишь мне маску Бэтмена? Ну, проказник, ну какой же ты проказник, а? Выдумщик наш весь в отца. Такой же талантливый. Спасибо, дорогая. Луна роняет нежный свет, сменяя день, приходит вечер, а мне всего 17 лет. Любовь спешит ко мне навстречу, мне не до сна, в душе весна. Любовь спешит ко мне навстречу. Ла-па-па-па. Так! Черные чулки отменяются.
Нам нужны маски Бэтмена! Точно вам говорю. Thank you.